время. У воды в прекрасной долине обитало великое племя. И все у них было в достатке. Еды и одежды много. Но несчастливы были люди. Управлять они хотели жизнью. Чтобы дождь вызывать могли сами, чтобы солнце поля не сушило, и огня, чтобы было вдоволь, и судьбы открытые карты. Возжелали люди власти небесной и воззвали к духу тьмы и света. И ответила безликое нечто. Открыла перед племенем ворота. Миры предстали перед ними во всей сущности невыразимой. Шли люди по этим мирам без страха, пока не попали в последний.